2018 года. Вот тут ребята решили что-то тут построить. Ребята, а вы знаете, что здесь не надо ничего строить? Вот там вот детская площадка, вот здесь вот на углу. Так что здесь не надо. Я тут, вы тут уже эту плитку в прошлом году вытащили. Мне пришлось за свой счет все это укладывать. Здесь технический узел, здесь не надо никаких сооружений. Вот, вот площадка, вот детская площадка. Или вот, пожалуйста, на какой-то там территории. Здесь, пожалуйста, все это уберите, чтобы здесь никаких кирпичей не было. Здесь не строительство. Вот детская, вот площадка, играйте. Вот детская площадка, пожалуйста. Здесь ничего строить не надо. Потому что за свой счет я тут все убирала. Так что вот это вот, в эту тачечку и увезите, откуда вы это все привезли. Будьте любезны. Спасибо большое. Александр Петерович, мы любим его, 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 мы любим его.